sweet. Mooning. What's the juice? Мой трек в итоге любимый не прозвучал на дне рождения моей бывшей лучшей подруги. И все мои бывшие лучшие друзья уже заблокированы, так что еще новых. Короче, меня осенила одна идея. Выложил предыдущее видео, которое про засосы. Девчонки, знаете, что я понял? Следующая история. Короче, я понял такую штуку. Девочки, засосы оставляют либо неумелые любовники, либо те, кому вы не безразличны, они просто метят территорию. Есть еще подгруппы, но это основные два типа. А подгруппы — это когда они были оставлены не случайно. Типа БДСМ, пылесос, все такое. Кстати, мне интересно одну фишку проверить сейчас. Я пофилософствовал в предыдущей истории, сейчас такой херня. Херахнул себе, блядь, пылесосом. Это выглядит вообще неестественно. Клаунчик. О, хорошая песня. Пойдем, дядя тебе котика покажет. У меня в машине есть розовый котенок. Только маме не рассказывай. А можешь нормальную песню поставить? Сейчас будет свинья. Я в коте, я ёбнутый. Спаси, сохрани просто. Это жесть. Я не курю. Курим. Я не буду выебываться перед вами. Но. Идите вы нахуй. Ну, Дим. Что такое произошло? Надеюсь, меня не выселят. Как истинный полуношник решил в 4 утра постирать. Чем же еще заняться в 4 утра? Как не стиркой и уборкой. А у меня есть стиральная машина, эпилепсия. И она, короче, очень сильно вот так вот ее колбасит. Очень прям вот так. Я поставил ее стираться. И она начала очень громко шуметь. И из соседней квартиры вот там вот слышу просто такие крики, типа... Что происходит? Тыры-пыры-ры-стабыры, плохие слова. Я выключил стиральную машинку и притворился, что я умер, что меня вообще тут в соседней квартире никто не живет. Надеюсь, меня не выселят. Такое настроение сейчас, как будто мне не 25 лет, а я взрослый мужчина уже. Блин, мужчина. Опять. И мама скажет, сейчас мы милицию вызовем, тебя милицейский заберет, на всю жизнь в тюрьму посадит. За то, что ты плохо себя ведешь и шумишь и стираешь в 4 утра. Я еще и пропылесосить хотел сейчас. Такая я отчаянная домохозяйка, конечно. И я сейчас думаю, ладно бы я решил постирать какие-нибудь вещи первой необходимости, там трусишки, носочки. А я стирал подушку. Вообще мой мозг очень странно по ночам работает. Однажды ночью я захотел купить попугая.
Все значит, искал, где купить попугая, и я купил попугая в итоге. Понимаю, что если не усну, я, скорее всего, еще наведу в гардеробе порядок, посмотрю пару DIY-ов на ютубе, которыми я никогда не буду пользоваться, и лайфхаки, и прослушаю лекцию про развал Югославии, например. Так и живем, друзья. Вот так съемочки и проходят. Но будет что-то очень крутое. Да, Полин? Да. Встретились с юной леди из ТикТока, который я недавно выкладывал. Будем сейчас снимать. Сами знаете что. Но кто не знает, увидите скоро. Сейчас наводку дам. Так это и бывает. Находишь кого-нибудь талантливого. Думаешь, надо брать, пока не забрали. Да, Полин? Да. С париком такая стоит. Женщина. Нет, смотри, он выпрямился. Еще хотя он даже закрученный был прикольный. Да, ну сейчас он высохнет, еще будет классно. Увидите скоро. Будет прикольно. Мне очень часто пишут, что типа, почему ты снимаешь только истории из дома, ты что, вообще никуда не выходишь? Нет, как раз таки я выхожу и зачастую снимаю истории только тогда, когда я дома. Вот сегодня решил вам показать весь творческий процесс, как оно все бывает. Вот так вот сначала кипятком парик обливаешь, потом вычесываешь ради 10-секундного видео. Еще макияж, грим делаешь несколько часов ради 10-секундного ТикТока. Ну давай, удивим. Не удивлен. Так хочется куда-нибудь на Бали. Там море туз. Увидите меня на дипхаусе, здесь усну и там проснусь, у меня вот это вот все. Как говорится у нас в России. Поиграем в что, где, когда, друзья, товарищи. Итак, вопрос к знатокам. Что мне сегодня делать? Поехать в бар? Жестко тусить и совершать ошибки молодости и наутро спрашивать, что, где, когда? Или постирать еще что-нибудь? Например, шторы можно. Вот сижу уже в самолете. Сейчас на Бали полечу. Постирала. Хорошо, что мне место у окошка дали. Хоть могу выспаться, а то перелет еще такой длительный. Да, можно, пожалуйста, курицу и томатный сок? Сейчас я себе придумаю какое-нибудь развлечение. А то что, первый раз замуж или что? Сейчас смотрю сериал «Ведьмак». И знаете, почему его мама назвала «Ведьмак»? Потому что он наполовину ведьма, а наполовину маг. Это я сам понял, там даже не написано это было. Вспомнил cool story. Была у меня одна подруга, которая работала на нормальной работе. И она купила горящие путевки в Египет. И думала, она же приедет, типа, загорелая оттуда. Ее сразу спалят и уволят. Она заранее позаботилась о том, чтобы загореть в солярии на полтона. А потом купила больничный. И сказала, что она сгорела в солярии, что, типа, у нее температура и все дела, и поехала в Египет, приехала загорела, и ни у кого вопросов не возникло. Мне стали писать, что его не ведьмак зовут, а Гарольд. Смешные вы такие. Гарольд — это вообще-то папа Фиона из Шрека, из мультика.
А его Ведьмак зовут, даже сериал Ведьмак называется. Даже интересно стало, сколько людей меня еще исправит и скажет, что его не Гарольд, а Геральд зовут. Все равно его Ведьмак зовут, потому что он наполовину ведьма, а наполовину маг. И сериал называется Ведьмак. Кстати, всем, кто не смотрел этот сериал, настоятельно советую его посмотреть, потому что он действительно очень интересный и очень красивый. Там есть мечи, чудовища, ведьмак. Так-так-так, сколько у нас тут времени? Самое время совершать спонтанные поступки. Открываю свой ноутбук. Смотрим билеты в один конец. Ну все, девочки, чемодан я уже сдал. Билеты на руках. Сейчас поеду в Домодедово. И отдыхать. Интересно стало, куда же я все-таки лечу прямо сейчас. И я лечу на Бали. Видите, пальма? Надо взять с собой туда подсвечник и таблетки. Номер 601. Подбой. Выход номер 17. Номер